фермерский рынок в Коруне. Детские натуральные продукты. Тут уже, конечно, великолепно. Я только что спа, да, отдыхала от тяжелого труда на американской корпорации. Я хочу поделиться с вами разнообразными видами, как же это называется по-русски, кабачков. В Америке кабачки сейчас, и тыквочки, вообще, как говорится, в ходу, потому что скоро будет праздник, День всех святых, или Хэллоуин. А Америка любит развлекаться кабачками да тыквочками. Сейчас я вам продемонстрирую широту выбора. Глазки разбегутся. Поехали.